Добрый день. А скажите, ребята, а вы представители чего и вот что вы? Волонтеры фонда «Время». А чем занимается фонд? Мы собираем пожертвования деткам больным раком, ДЦП и малоимущим многодетным. А скажите, а вот вообще вы откуда, ну, а вы знаете, кому вы собираете? Вот тех людей, какая-то база данных есть у вас? Да, есть. У нас на сайте все как бы есть информация об этом. Вот мы недавно операцию сделали девочке. А операцию делали Кате, вот я видела по телевизору, по пересадке почки. А скажите, пожалуйста, а вот к вам люди подходят иногда за помощью? Вот, ну, говорят-то, бывает такое, что говорят, а что вы собираете, а может мне надо, а что вы тогда делаете? Мы просто реквизиты даем, то есть как бы направляем нужным людям, то есть кому надо подходить, этот... Главное, это председатель фонда, майор Александрович. И потом эти данные передают руководству, да? Сначала они должны как бы все документы собирают, там приходят к нам, и мы смотрим, сможем ли мы помочь или нет. Ах, вот тяжело сейчас? Сколько у вас получается? Или вы сколько сможете, можете стоять? Мы стараемся, очень стараемся. Холодно же, зима. Ну, а что делать? Ради детей. Спасибо, ребята. Пожалуйста. Удачи.